Привет, с вами Макс. С вами Фил. И это просто небольшие пострелушки. Как сумели. Ну давайте посмотрим, что мы там настреляли. Так. Зум, зум. О, кто-то попал в 10, наверное, Макс. Вот это? Да, это алюминиевая стрела. А давай, знаешь так, каждый будет подходить, доставать свои стрелы и, короче, типа показывать. Это моя стрела. Давай ты начнешь, чтобы я лучше понял. Да пошли вместе. Кстати, забыл сказать, здесь 18 метров, вот, и, собственно, дубль 2. У меня алюминиевые стрелы, а Фил предпочитает карбон. Сейчас мы узнаем, стрелы из то, какого материала лучше. Очень предпочитаю, просто какие есть, такие есть. Забыл сказать, что я стреляю из Оптимы, а он из Аксиома, ну как обычно. Вы это и так знаете, я думаю, на самом деле. Ладно, погнали. Меньше слов, больше дела. Болеем за меня. Смотрим. Наезжаем. О, о, что вообще? Желтую никто не попал. Немного слева, как обычно.
А теперь, зрители, мы узнаем, что происходит, когда вот неаккуратно обращаешься с луком. Наш лук немного упал, и посмотрите, что стало с прицелом. Батюшки святы! Ну, мы, конечно, его выправим обратно. Прицел погнули. Это не самый лучший прицел, скажем прямо. Ну, это не есть. Самый лучший, Максим, скажем прямо. Да, погнулся прям капитально. Ну, вот дерево упало. Короче, технический перерыв небольшой. В общем, в предыдущем видео я скрутил новую тетиву и закрутил, да. И с самого начала у меня была база 23. Сейчас она немножко растянулась, да, получается? Получается, что так, да. Да. Тетива растянулась. Тетива немного растянулась, и база у меня сейчас 21,5 сантиметра. То есть уже нормальная база стала. Он был чуть жестче. Погнали. О! Тоже неплохо, ты меня слышишь. Хорошо, конечно. Можно всегда спать, и папу там сюда. Понятно, девушка, что для тебя такой. Ой, бей, конечно. По-моему, в этот раз я получше выстрелил. Ну да, что-то там было красное. Желтую никто не попал. Так, ну ладно, пойдем показывать, где чьи стрелы. Я понял, что уронил прицел, а потом его выгнал. Он немного неровно стал. В общем, Макс сейчас отмазывается, он тут прицел уронил, что у него там неровно было, но... Без комментариев. Короче, вы видели, что по итогам третьего раунда я стрелял все-таки круче Макса. Вот, это тебе реванш за предыдущее видео, где ты меня безбожно вынес.
В общем, что, спасибо, надеюсь, что вам понравилась такая лесная тематика. Я думаю, еще будет присутствовать на канале лесная лучная тематика. В общем, ставьте пальцы вверх нам, подписывайтесь на канал. Пока!